вперед. Можно попробовать. За дело. Дважды можно не повторять. Система фу... Точно. Проще простого. Связь налажена. Улучшение завершено. За дело. База атакована. Сколько можно сидеть без дела? Хочу! База атакована. Выкладывай! Не молчи! Что происходит? Есть! Выдвигаюсь! Ваша остановка! Провожающие, покиньте салон. Что-что? Понятно. Жду не дождусь. Вооружен и опасен. Слушаю. Садись, прокачу. Улучшение завершено. На выход. База атакована.
Выкладывай. Ладно. Недостаточно Виспена. Точно. Что происходит? Понял. Готов к трансформации. Вперед. Проще простого. Приказ поняла. Ваша остановка. Я тут, не промахнись. Сделаю, командир. Что-что? Призрак явился. Есть, сэр. А? Улучшение завершено. Призрак явился. Призрак явился. Что такое? Точно. Какова ситуация? Видеосвязь установлена. Недостаточно Виспена. Здравствуйте, командир. Отлично. Я не продержусь в одиночку. Так точно, сэр. Впереди великие открытия.
что? Впереди великие открытия. Чего пугаешь? Ожидаю приказов. Ожидаю приказов. База атакована. Улучшение завершено. Никто не вечен. Приказывайте. Ожидаю приказов. Какая прелесть! Можно мне его оставить? Какова ситуация? Выдвигаюсь. Можно попробовать. Ладно.
Месторождение минералов выработано. Недостаточно виспена. Надеюсь, эта штука застрахована. Есть, сэр. Месторождение минералов выработано. Призрак явился. Улучшение завершено. Понятно. Ладно. Призрак явился. Какая прелесть. Приказ. Выкладывай. Какова ситуация? Вперед! Будет сделано! За дело! Выдвигаюсь! Есть! Месторождение минералов выработано. Призрак явился. Есть, сэр. Месторождение минералов выработано. Можно попробовать. Проще простого. Не молчи. Слышимость отличная. Месторождение минералов выработано. Провожающие в большинстве столов. Вперед! Месторождение минералов выработано. Ладно. Будет сделано. Что теперь?
Выкладывай. Подтверждаю. Надеюсь, прокачу. Что-что? Улучшение завершено. Есть, сэр. Ядерная ракета готова. Приказывайте. Мне не нужны напарники. Как скажешь. Подтверждаю. Можно попробовать. Есть, сэр. Впереди великие открытия. Будет сделано. Приказывайте. Пощупаем-ка эту крошку. Какова ситуация? Какая? Видеосвязь установлена. Так точно? Точно. Кто-нибудь вытащит меня отсюда? За дело. Можно попробовать. Проще простого. Подтверждаю. Какая прелесть! Можно мне его оставить? А два! А? На твой счет. Улучшение завершено. Приказывайте. Пощупаем-ка эту крошку. Сейчас будет жарко и больно. Рагнарок! Дорогу слонам Султана! Застрахована. Рагнарок-ролл. Дорогу слонам Султана. Сейчас будет жарко и больно.
Выкопаем-ка эту крошку. Сейчас будет жарко и больно. Мне нравится. Слонам Султана. Этот могучий стальной гигант станет памятником самоотверженности и гениальности инженеров и ученых Доминиона. Сейчас будет жарко и больно. Мне нравится. Пощупаем-ка эту крошку.
Какая прелесть! Можно мне его... Какова ситуация? Вторжение на территорию башни! Отряд Альфа в атаку! Остановите их! Непременно. Они напали на башню! Отряд Браво! Разберитесь с ними! Выкладывай. Надеюсь, эта штука застрахована. Отряд Чарли, быстро к башне! Уничтожить мятежников! Приказывайте. Кто-нибудь вытащит меня отсюда! Надеюсь, эта штука застрахована. Первая передача загружена. На этот раз Менгск не отвертится. Входящее сообщение. Я знаю только одного человека, который в своей наглости способен зайти так далеко. Рейнар. А, нет, Арктур. Уж тебя-то в этом никто не переплюнет. Надеюсь, тебе понравится наше шоу. Я так и знал, что это он. Варфилд, отправляй своих людей. Мне нужна голова Рейнара, его и всех его дружков-террористов. Скоро передача о грязных делишках Менгска прогремит по всем мирам Доминиона. Точно? Есть. Приказывайте. Так точно, сэр. Становится жарко. Воплощение инженерной мысли и человеческого трудолюбия, он станет нашим главным оружием в борьбе с угрозой зерка. Можете спросить, во сколько обошлась нам эта великолепная машина. Но и я спрошу вас, можете ли вы назвать цену безопасности ваших близких? Безжалостный, непримиримый, могучий. Один – это символ бесконечной власти Доминиона Тиранов. Загрузили последнюю часть передачи. Посмотрим, что теперь народ подумает о своем любимом императоре. Все передачи вышли в эфир, сэр. Телезрители во всех мирах Доминиона увидели наш спецвыпуск о Менгске.
Шокирующие новости! Настоящий шквал антиимперских настроений. Сегодня император провел пресс-конференцию. Император, что вы можете ответить на обвинение в геноциде? В использовании других рас? Эти клеветнические нападки на трон безосновательны и безответственны. Сэр, вы продолжаете утверждать, что в основе вашего правления самоотверженная преданность народу? Ну, конечно. Мое призвание – служение человечеству. Личная власть никогда не была моей целью. Тогда как вы можете охарактеризовать это заявление? Меня никто не остановит. Ни вы, ни конфедераты, ни протосы. Никто. Я буду править этим сектором или сожгу его дотла. Я этого не потерплю. Шакалы, вы пришли сюда и смеете меня допрашивать? Интервью окончено. Рад, что его приперли к стенке. Хотя Доминион представит все в нужном ему свете. Как обычно. Не в этот раз. Менгс годами пользовался СМИ как оружием, а теперь мы обратили это оружие против него. Одна передача оказалась эффективнее сотни вылазок. Наверное, ты прав. Ради этого мы и затеяли революцию. До победы еще далеко. Но, быть может, сегодня мы сделали первый шаг. Завоюем умы и сердца, как вы всегда и говорили. Знаешь, Мэтт, когда-нибудь ты сам будешь командовать этой горсткой изгоев. Ну уж нет. Для этого у меня есть вы, сэр. С вами Кейт Локвелл в прямом эфире с Кархала. В городе вспыхнул мятеж. Местные жители поджигают государственные здания, выражая шок и негодование по поводу открывшейся им правды. Донни, расскажите, что происходит у вас. Я потерял на Тарсонисе брата. У меня там был брат. Понятно. Император Менгск уже прокомментировал передачу Рейнера. К сожалению, спутники UNN в тот момент были отключены. Вот фрагмент сообщения императора. Это подлог. Враги Доминиона всегда пытались очернить меня в глазах общественности. Я не имею никакого отношения к этой ужасной, неправдоподобной. На этих словах императора заглушил рев толпы. После этого Менгск уединился во дворце и отказывается общаться с кем бы то ни было. Существует мнение, что император Менгск был разоблачен... Нравятся мне все эти огоньки. Ха-ха-ха! Я говорил, что мои малыши переплюнут твоего Одина. Ты молодец. Мы еще всем дадим прикурить. Надо только доработать ходовую часть. И еще думаю поставить на него пару особых наворотов. Сразу скажу. Влетит в копеечку. Такие махины обходятся недешево. Но оно того стоит, можешь мне поверить. Порадовал. Я подумаю и скажу, что мы можем себе позволить.
секретных документах, которые мы нашли на Кархале, не оказалось никакой важной информации. Нам удалось узнать только то, что на орбитальной платформе Кастанара функционирует лаборатория по производству биологического оружия. Да, но это особый случай. Судя по записям, всех, кто там работал, собирались нейтрализовать. Это вряд ли означает взятие подписки о неразглашении. Но зачем Менгску смерть целой группы ученых? Я не знаю. Похоже, нам стоит разведать ситуацию. Это уж точно. Не подумываешь о том, чтобы оставить нашу роскошную жизнь и начать телевизионную карьеру? Ха-ха. Обыватели пока не готовы к неудержимому потоку сексуальности, который я обрушу на них с экрана. Думаю, мое место в жизни здесь, рядом с тобой, старик. До конца. Я этому рад, Тайкус. Ты сегодня здорово отличился. Найденные нами на Кархале документы спецслужб содержат информацию о сверхсекретной лаборатории по разработке биологического оружия, расположенной на Кастанаре. Если Доминион готовит нам очередной сюрприз, хотелось бы знать подробности заранее.